У Краматорську відбувся форум миру. Партія «Опозиційна платформа за життя» представила на ньому кандидатів у народні депутати в мажоритарних округах Донеччини. Подробиці у нашому сюжеті. Представники органів місцевого самоврядування, громадські діячі та підприємці – усі вони з'їхалися на форум миру. Говорили про те, як повернути стабільність, захистити людей і відродити Донбас. Тільки об'єднавшись вместе всім Донбасом, ми зможемо сьогодні побідити. Это сегодня для нас уникальный шанс и уникальная возможность. Потому что каждый из вас в этом зале, каждый, кто нас сегодня видит и слышит, каждый человек, который сегодня вместе с нами объединился, это послы мира в нашей стране. Мы идем на выборы парламента с теми же целями и задачами, с которыми мы шли на президентские выборы. У нас с вами понятная задача. Мы за то, чтобы в стране был мир. Мы за то, чтобы были политические переговоры со всеми враждующими сторонами. Мы за то, чтобы была закончена война дипломатическим путем. По мажоритарных округах, наголосив Бойко, політсила висуває 12 кандидатів. По каждому избирательному округу есть кандидат. И кандидат, который является местным человеком в основном, который знает проблемы, который никуда потом не уедет. И мы рассчитываем, что сформируем в Донецкой области команду, которая будет отстаивать интересы жителей Донбасса не на словах, а на деле. Також під час робочого візиту в Донецьку область опозиційні депутати зустрілися з колективами Слов'янського машинобудівного заводу, що зазнав руйнувань і збитків під час бойових дій, і Слов'янської ТЕС. У нас была в последнее время проблема серьезная – это топливо. Но сейчас поставки топлива стабилизировались, и я уверен в том, что мы в осенне-зимний период 19-20 годов войдем как бы уверенно. Это знаковый для области объект, потому что вот он и Углегорская ТЭЦ – это остались два энергетических объекта, которые обеспечивают снабжение всей Донецкой области. Я имею в виду подконтрольной Украине. І, безусловно, об'єкт потребує повищеного уваги. Олександр Котов, Дмитро Шилін, подробиці телеканал Інтер.